За последние два года в городе Турсунзаде увеличены площади выращивания двух сортов винограда – «Президент» и «Аватар». И эти два сорта винограда сейчас пользуются особым спросом на внутреннем и внешнем рынках страны. Восхитительный вкус, низкое содержание сахара и необычайно красивый внешний вид – главные преимущества этих двух сортов винограда. В рамках реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан в городе Турсунзаде адаптация к местным условиям и расширение виноградных плантаций экспортных сортов способствовали увеличению прибыли от выращивания винограда. Во всех формах хозяйствования в городе Турсунзаде общая площадь виноградников достигла 4190 гектаров, из них плодоносящих 2722 гектара. В настоящее время в Турсунзаде выращивают 10 сортов винограда. Среди культивируемых сортов – Шохона, Галаба, Кишмиш, Белый и Черный Хусайни, Президент, Истеклол и Аватар. Цель тружеников направлена на сбор урожая без потерь и удовлетворение потребностей рынков в осенние, зимние и весенние периоды. Расширение виноградников экспортных сортов способствовало повышению плодородия земли. В городе Турсунзаде уже собрано 26 320 тонн винограда, 11 тысяч тонн направлены на рынки городов и районов страны и 4500 тонн на рынки зарубежных стран. В эти дни в городе Турсунзаде продолжается процесс сушки винограда. На основе современного опыта осуществлена сушка около 4000 тонн винограда. Из этого объема около 1000 тонн изюма предлагается на внутренний и внешний рынок. Выращивание новых сортов винограда позволяет производить изюм высокого качества и восхитительного вкуса, который направляется на рынки стран Европы и Азии. Вывод сельскохозяйственной продукции Таджикистана на европейские рынки является результатом реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан, обогащения опыта тружеников и производства конкурентоспособной продукции. Сушка винограда и приготовление из него изюма предполагает несколько процессов. Высокое качество и необыкновенный вкус сельскохозяйственной продукции Таджикистана сделали ее популярной в разных странах мира. С понижением температуры начался процесс хранения винограда в холодильных камерах. В холодильные хранилища уже помещено 5800 тонн винограда. В городе Турсунзаде количество холодильных складов достигло 78, вместимость которых составляет более 24 тысяч тонн. Осенью, зимой и весной труженики Турсунзаде предлагают отечественному и внешнему потребительскому рынку качественный и вкусный виноград и изюм, который отличается изысканным вкусом.